Здравствуйте, друзья! С вами Бамбу, и я хотел бы вам показать вот эту замечательную флейту. Это на самом деле флейта, можно сказать, уникальная. Значит, во-первых, это классическая флейта размерностью 1,8. То есть, несмотря на ее размеры, значит, по сути, по своей сути, это вот такая флейта, да, вот видите, отверстия совпадают, и размер классический. При этом вот это вот продолжение, оно является, с одной стороны, декоративным, это красивейший вот такой корневой участок с шикарными кольцами бамбука, с такими вот узлами. И здесь вот сделаны дополнительные отверстия, через которые здесь вот воздух выходит, и, собственно, получается размерность 1,8 классическая. При этом это еще дополнительные отверстия для игры, как на поперечной флейте. Помимо всего прочего, на флейте всевозможные декоративные элементы. Здесь пирографии, значит, вот такой вот красивый рисунок, выжжены, значит, японские ноты здесь. Здесь имеется тоже нотация. Значит, сделана вставочка, врезочка в утагучи, тоже такой красивой формы. Флейту можно при игре опирать о какие-то, значит, предметы или ставить на пол, опираться об колено, то есть всевозможные варианты возможны. Ну и, в общем-то, играть можно, соответственно, тоже как на сякухате, ну, собственно, в стиле сякухате. Позволяет играть абсолютно все. Также можно играть на флейте как на сяо или как на дон сяо. То есть абсолютно универсально. И более того, уникальнейшая возможность играть как на поперечной флейте. Такой красивейший звук получается. Значит, еще есть такой вариант, это когда закрываются вот эти вот отверстия, если их закрыть, если вы будете играть, и кто-либо их закроет, либо вы закроете, ну, например, там пробкой, пробковым деревом, или можно там каким-то что-то наподобие, ну, мягкого, что-то наподобие ластика, такие штучки. И, в общем, закрыть эти отверстия, то получится, что вы будете играть низкий звук, соответствующий, вот самый нижний звук будет соответствовать флейте размерностью 2,6. Вот, собственно, таким. То есть можно играть еще и очень такой низкий вот этот один басовый звук. Это, собственно, практика для всех, кто посвящен в сякухате, называется выдувание нижнего ро. Так что здесь вот, по сути, три инструмента в одном. И я думаю, что кто сможет оценить вот это вот, эти преимущества флейты, тот, конечно, ну, я так сказать, откроет в этой флейте очень многое. Вот, потому что вот я начинаю на ней играть и понимаю, что в ней очень такой большой потенциал. То есть при вот таком доверительном, правильном отношении к этому инструменту, он очень, очень силен по своей отдаче. Поэтому
интересуйтесь, дополнительные материалы можно записать. Флейта пока в доступности, и если вы ищете инструмент для, допустим, практики сикухати, это один из очень хороших вариантов. И если вы ищете инструмент для, допустим, просто практики работы с дыханием, то это тоже замечательный инструмент. То есть абсолютно универсальный, уникальный инструмент. Обращайтесь, всегда на связи.